Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Первый взгляд» мы посмотрим очередную свежую вышедшую игрушку. На этот раз мы посмотрим демо Spec Ops The Line. Надо сказать, что за этой игрой я довольно давно наблюдаю, и мне нравится главная ее фишка. То есть, с одной стороны, это такой стандартный шутер от третьего лица, который, тем не менее, заимствует в основном идеи из Call of Duty. То есть эта фирма хочет сделать свой аналог Call of Duty, у них вроде как неплохо получается. Но что самое интересное, это сеттинг. То есть здесь разрушенный Дубай, как видите, это, блин, город в пустыне, который поглотила именно пустыня. Тут постоянно очень много песка, и в таком окружении я еще ни разу не воевал. Единственное, можно встретить Uncharted 3, там один уровень, но там это как-то не так сильно выделено. Вообще с песком здесь очень много связано. Ну да ладно, давайте сначала играть, разбираться, а там уже по ходу обсудим. С песком очень много связано, он тут работает по физике, то есть приминается, сыпется. Очень хорошо эта деталь проработана. Не могу стряхнуть этого парня. О, неплохо так. Что происходит? Сюжет я пока вообще не знаю. Как-то, блин, очень уж резко такое вступление поперло. Ладно. Ага. Неплохо так. Ладно. Я люблю спинномозговые шутеры, поэтому я такие вещи, как правило, стараюсь не пропускать. Ну и строго их не сужу, то есть эта игра, она развлечет пару вечеров и забудешь про нее. Такого плана это, по-моему, оптимальная игра. Довольно удобное прицеливание. Давай. Ой, и что творится? Блин, да. По-моему, хана. Что с городом? Город разрушен весь просто. Я, конечно, понимаю, что песчаная буря, но прям настолько. Блин, хреб попадешь. Хелп. Давай, сними, говорит, его. Блин, довольно-таки насыщенное действие, прям сразу начинается. Ну, в принципе, демки такими должны быть, они сразу должны привлечь покупателя. В данном случае меня, допустим. Да сколько их тут? Неважно. Просто ровно держи. Блин, только похвалил управление и сразу начал промахиваться. Чувствительность что-то дикая какая-то. Ой, меня сейчас убьют еще. Вот чего не хватало. Давайте уже куда-нибудь. Это то, что я думаю? Песчаная буря. Мы в нее прям летим. Капец, мы просто разносим этот. Да куда ты сейчас врежешься в нас? Неплохо. Блин, я люблю такие игры. Мне нравится. Все, мы в шторм летели. Держитесь. Капец. Это что было вообще такое? Игра, я ее на Xbox, демка вышла сегодня в Xbox Live, PlayStation Network, то есть 8 мая. Учитывая, что... Ранее. Учитывая, что... PlayStation Network обновляется чуть попозже, то она по Москве где-то появится в 9 часов, именно в русском сторе. В Xbox она уже есть, в Xbox Live. На компьютере демки пока не ожидается. И, возможно, вообще не будет. Но как бы там ни было, я надеюсь, что вы посмотрите и сложите свое впечатление по этой игре. Так, ладно, сюжет мы... Я не знаю, может его пропустить. Потому что сюжет мы оставим для полной версии. Мне охота по большей части посмотреть на геймплей, потому что... сюжет здесь, как правило, незамысловатый в играх такого плана. Надо ситуация. No, sir. Then take it up the chain, Sergeant. Roger that. Lieutenant Adams. I hear you, Sergeant. What's your status? Status is chafed, sir. You say chafed, Sergeant? Yes, sir. A local airborne insurgency. Довольно неплохо персонажи проработаны. Sir. Shut up, jackass. Gentlemen, welcome to Dubai. Добро пожаловать в Дубай. Yep. Все еще мертвый город. Yet to be seen, Sergeant.
Ты засек эту передачу? Где-то 800 ярдов вперед. Интересно, кто облажался, ты или разведка? Если бы я не был машиной для убийств, меня бы, говорит, это ранило мои нежные чувства. Солдатский юморок такой, прикольный. Игра выходит, по-моему, через месяц, что ли? То есть, по-моему, в 30-х где-то числах мая. Нас здесь быть не должно, эта земля вроде как не под нашей юрисдикцией. То есть, это секретная операция, похоже. Ну, спецопс. Вообще, спецопс это очень старая серия, и недавно ее перезапустили. До этого это были такие достаточно хардкорные шутеры, тактические. Так, так, спринт у нас. Графика в целом крутая, но опять же... Как... Блин. Все в порядке. То есть, как ситуация тоже та же самая, что и в недавнем Ghost Recon Future Soldier. Персонаж просто охренительно детализирован, а окружение не так уж, но именно вот из-за того, что персонаж так круто выглядит, все очень хорошо воспринимается. Да, что произошло в Дубае, тут и останется. Один из самых дорогих городов в мире. То есть там такое количество миллионеров и миллиардеров, что просто... Ну вот, кстати, вот демонстрация. Вот на таких машинах там народ ездит в основном. Это какая-то помесь Lamborghini Gallardo и Pagani Zonda, что ли. Что-то эдакое, короче говоря. Так, это все, что осталось от 33-й бригады. Если бы с ними все было в порядке, мы бы, говорит, сюда и не приехали. Здесь какой-то трос. Давай используем его. Так, браво, американские парни у нас приехали, похоже. Че у нас там, песок пригибается, кого-то приминается как-нибудь? Вроде нет. А, да, вот, есть такие вот. Но это напоминает мне, кстати говоря, Lost Planet. Только там со снегом была, похоже, приколюха. Ладно, давайте спускаться. That's enough, Lugo. Хватит, говорит, придуриваться. Да просто стараюсь высветить момент, босс. Я хочу, не хочу, чтобы ты был оптимистом. Просто, говорит, двигайся и выполняй миссию. У нас приказы. Найти выживших. Покинуть город немедленно. Ты это слышал? Ты что, издеваешься, что ли? Здесь никого нет. Похоже на передачу. Могу поклясться, кого слышал. Давай просто закончим с этим. Блин, а что-то происходило? Тут, похоже, эвакуация была. Да их прям в середине застал песчаный шторм. Не знаю. Блин, мне нравится. Я что-то совершенно... Ну, то есть я ожидал, что будет что-то неплохое, но, блин, как-то вообще очень круто, по-моему. Так. Эй! Эй, там кто есть? Да нет здесь никого, успокойся. Так что мы тогда тут делаем? Эй, я сам, говорит, не понимаю. Ты что, за него теперь стал? Ну он же прав. Команда не сказала смотреться, мы осматриваемся. Не знаю, по моим ощущениям, это просто трата времени. Таких профи, как мы. Считай это за отпуск. Люго, ты, говорит, вообще слышал, как дерьмо у тебя изо рта изрыгается? Такой нет, кнопка. Так, ну ладно, для демки я вообще думал, что будут более такие динамичные моменты. Ну, начало у нас, конечно, было достаточно мясным. Но все равно, вот такие вот моменты, которые не гнетают саспенса, они, по-моему, больше для полной версии должны оставаться. Тем не менее, мне нравится. Вообще, в демо-версии говорят, что два уровня, но я их полностью проходить не буду. То есть, у нас стандартный такой формат будет, получасовая демонстрация. Что успеем захватить, то успеем. Это сигнал привлечения внимания, но он не военный. Кто-то собрал из запчастей. Есть идеи, кто? Ни малейшего понятия. Господи. Уокер, приди посмотри. Ох, твою дивизию. Тело выглядит свежим.
Что самое плохое, он из 33-х. Кто это сделал? Наверное, те же люди, которые за нами следят. Это не ответ на вопрос. Не волнуйся. Похоже, мы сейчас выясним. Меня зовут капитан Мартин Уокер. Мы ищем выживших. Зачем? Чтобы вы и нас могли убить. Ты говоришь по-франси? Ой, фарси. Может, мы тогда лучше друг друга поймем. Я тоже умею на нем разговаривать. Молодец, Луга. Черт. Есть какие-то идеи? Видишь, тут автобус наверху? Он заполнен песком. О, неплохо. Так, все, погнали. Пошло, похоже. Блин, а только я от геймпада Xbox 360-го. Так, все, похоже. Блин. Ты еще живой, что ли? Все, нормально. Слева еще больше. Так, ладно, вроде выжил. Машины тут, смотрите, Rolls-Royce и прочее тому подобное. Так, я им приказывать могу. Хорош. Все, говорит, чисто, побежали. Блин, у меня что, патроны кончились? Печально. Граната. В укрытие. Блин, да у него же прям морда торчала около этой гранаты. Так, дай мне приказ, говорит, и я их вынесу. Ну иди. Подожди, а куда идти? А, вот так, понятно. Молодца, снайпер. Ох, нифига. Блин, вот такие моменты круто сделаны. Но опять же, это стандартный шутер, от него многого не ждите. Ой, Зузи, я с такого расстояния вообще, наверное, попадать буду хреново. Сейчас меня убьют. Так, давайте убивайте его. Еще группа идет из того контейнера. А мне интересно, гранаты есть какие-нибудь? Так, ладно, вроде нормально. Да, вылазь. Адьос, все, готов. Так, хорошо, они все Сузи бегают, так что нам лучше с этим оружием будет. Хотя оно и похуже, конечно. Так. Ох, жесть. Что творишь-то, урод? Я думал, мы спасаем людей. Это что еще такое? У меня сигнал бедствия. Давай, включай. 33-е. Это Альфа-Патрол. Мы под атакой. Нас окружили. Требуем подкрепления. Марсон убит. Нам нужно подкрепление. 100 ярдов вперед. Так, ладно, ребята. Блин, с пулеметом-то как? Нужно его обойти, я думаю. Так, спокойно. Блин, ну вот это все настолько стандартное, я в стольких играх это уже видел. А, что совершенно как-то, блин. Никаких эмоций.
Что удивительно, в данной игре враги не плохие русские. Это настолько непривычно для игр такого плана, что я даже не знаю. Так, ладно. По патронам опять довольно плохо все. Сигнал бедствия, это альфа-патруль. Требуем поддержки. Есть здесь кто? Если ты можешь слышать, мы приближаемся к твоей позиции. Слава богу. Думаю, Мартин мертв. Ты ранен? Кто-нибудь с тобой? Нас четверо. Мы в порядке. Но патроны кончаются. Долго не сможем сдерживать. Оставайтесь там. Мы почти пришли. Что у нас? Эти ребята прижаты около фюзеляжа. Мы еще не замечены. Надо экипировать глушители. Так, потихой. Не стреляйте, ёлы-палы. Уйди, блин, Адамс. Так, а там это уже наши отстреливаются, нет? По-моему, нет. Снайп that hostile. Ну, молодца. Все, заметили. Смотри, какой живучий. Блин, неплохая игра. Так, в целом ничего выдающегося, но очень качественная такая работа, на которую, по-моему... О, Калашников, наконец-то. На которую, по-моему, не жалко денег. Так, этот минус. Убейте его кто-нибудь, пожалуйста. Ай, молодцы. Так, все, порядок вроде. Пора спасать наших ребяток. Блин, там такая серьезная заваруха, похоже, идет, что я даже прям удивляюсь, как они там еще живы. Ой, у меня патроны кончились. Не очень хороший чекпоинт. Ай, давай, давай, давай. Блин, когда же я научусь на геймпадах целиться? Вечная проблема с этим. Я, конечно, не говорю про то, что по большей части эти стенки из такой винтовки будут прошибаться, как если бы они были из пенопласта. Так, тихо, тихо, ты что творишь-то? Хорош. Ай, блин, не зацепляйся. Cover me, I'm reloading! Так, что тут уже наши? Нет, наших уже. Назад, или я убью его. У нас тут заложники. Успокойся, отпусти его. Не подходи ближе. Быстрее, Уокер. Лучше действуй быстро, или им конец. Фу, успели. Быстро говори, он уходит. Мы здесь, чтобы помочь. Оставайся со мной, хорошо? Забудь обо мне, они забрали МакПерсона. Тебе нужно его найти. Мы найдем, но я хочу, чтобы ты сказал, куда они его увели. Они забрали его в гнездо. Гнездо не очень хорошо.
А Конрад, как он еще жив? Черт. Луго, mark the bodies on tack. Пойми тела. Я не знаю, что происходит в этом городе. Следы идут на север, а мы их будем преследовать. Ну что, это было неплохо. Мы искали Конрада, но нашли гораздо больше. Гражданская война. Город рвался на части. You guessed it, an end to the ceasefire. Not only do they got people here, they got a fucking DJ. У них не только здесь люди, у них еще диджей, говорит, есть. Это дерьмо, говорит, становится странным. Dubai was in chaos. Дубай был в хаосе. It was bad enough that the refugees and the 33rd were at each other's neck. We learned the refugees were being led by an American CIA agent. Where's the soldier? The one we took from the plane. Беженцами управлял агент ЦРУ, бывший. They both wanted us dead. И те, и те хотят нашей смерти. Ой, это не Кобелик там, что ли, был? И это было только начало. Господи, что произошло? Я кое-что уловил. Вам, ребята, это нужно услышать. Включай. Какое твое имя и звание? Агент Дэниелс, ЦРУ. Хорошо. Зачем ты и твои люди пришли в Дубай, лейтенант Дэниелс? Мы ищем выживших. Похоже, что он говорит правду. Можем начинать. Достаточно, Луга. Можешь выследить сигнал? Уже. Идет оттуда. Так, ну что... По крайней мере, один агент живой. Больше, чем один. Если они это передают, значит, есть какая-то причина. Так, ну что, давайте мы на этом закончим эту демонстрацию. Могу сказать, что игра мне понравилась. То есть она такая... Как сказать? Она очень качественная, но на четверку из пяти, если вот можно так выразиться. То есть какой-то определенной изюминки я не заметил, но тем не менее играется достаточно увлекательно и круто. Выглядит, опять же, приятно. Ждем полную версию, я думаю, я в нее поиграю на компьютере, потому что она там будет и подешевле, и графика будет чуть-чуть получше. В целом игра понравилась, надеюсь, вам также. На этом я заканчиваю первый взгляд. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.